Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, хорошей песни, баяна, гармошки. В эфире очередная передача «Искры камина», в гостях у Митрофановны. Здравствуйте. И в гости к нам сегодня приехали издалека, из Брединского района, прекрасный коллектив, который называется «Хуторок». Руководитель Муканов Мурат, вот он с баяном. Человек, которого я знаю очень давно и руководит коллективом тоже, наверное, давненько. Мурат, расскажи вот о коллективе. 30 лет назад я приехал вот в это поселение. Вот. Изначально был это хор русской песни, вот, который в 2000 году звание народное получил. И вот на базе этого коллектива, хорового коллектива, создался вот наш фольклорный коллектив «Ансамбль Хуторок». Он вроде славянское название, а у нас многонациональный. Поем и казачьи песни, и русские народные песни, вот, и белорусские, и украинские песни. Вот. И вот наш коллектив создался в 2000 году. Угу. Вот. Нынче нам уже 17 лет. Вот. И в 2004 году коллективу было присвоено звание народное. В 2004 году. А уже на 15-летие нашего коллектива, то есть 2 года назад,
2015 году нам было высокое звание присвоено посольством Украины. Да, тут удивительное дело. 350 километров от Челябинска примерно. 450. Вот люди живут в этом поселке, которые очень любят народную песню. И вот не случайно коллектив и народный, и заслуженный, потому что когда глава администрации заинтересован, когда он знает, что творится в коллективе, а тем более, когда сам ходит в этот коллектив, тогда и результат есть. Тогда есть. Виктор Петрович, несколько слов. Ну, что я хочу сказать. Значит, в этом коллективе «Хуторок» я с самого его основания вообще самодеятельностью занимаюсь, не знаю, с более 30 детства. Лет. Да, более 30 лет. У нас помещение приспособлено. Раньше был детский сад, мы его переоборудовали под музыкальную школу. Вот Анастасия, это дочь моя, Марат Мустафович, приехал к нам из «Маяка», и мы создали музыкальную школу, через которую у нас прошло, наверное, все дети. Главное – это люди, да? Главное – люди, главное – коллектив, главное – есть руководитель, главное – есть кому заниматься, есть у нас вот у всех энтузиазм. Это, я думаю, самое главное. Ну, я должен сказать, Брединский район – очень поющий район, да? Очень талантливые люди там живут. Давайте вот покажем, на что мы способны. Споем что-нибудь веселое. Говорят, звезды из подвалов выходили. Все звезды из подвалов, конечно. Так что мы вроде... Давайте споем. Давайте. Живете на границе с Казахстаном, я так понимаю, да? Казахстан рядом. 30 километров. 30 километров, да. У вас сколько? 40% казахи. 50%. 50% казахи. Еще здесь... Это вот мне очень... Это участницы, тоже они мусульмане. Я сам 50 лет в Казахстане прожил. Очень дорогие для меня люди. И как бы я с теплотой и очень душевно вспоминаю об этом. Может, на казахском языке споем, а? Армасы!
жалям. Басканым, жируеғын еғылай, жируеғын өзімнің, қасымотек сар жалям. Салмал бұлдар балдайдарым, салқын салма баурайларым, саялаған беу туған жер. Сағындырға сар жайлауым. Салмал бұлдар балдайдарым, салқын салма баурайларым, саялаған беу туған жер. Сар жайлауым. Здорово, вот здорово у вас все звучит. И как бы это вот органично, то есть вот разноплановый ансамбль, конечно. Я уверен, что у вас в репертуаре найдется еще и белорусская какая-нибудь песня, да? Найдется. Купалинка, купалинка, темная ночка, это и есть заслуженный коллектив Урала. Да. Вот это профессионалы, которые поют. Ребята берут в свой репертуар самые различные песни, и национальные, и народные, и песни, проверенные большой эстрадой. Вот. А вот у вас такие красивые костюмы, вот это вы находите средства, да? Это у вас один комплект или есть еще? Есть еще один. Чисто партнерно уже. А говорите, плохо живете. У вас все есть для этого. Глава поет. Нашим таким 17 лет, тем костюмом уже 10 лет, а этим костюмом 5 лет. Вот это тоже... Пора новое шить. А концерты у вас часто приглашают куда-то вас? Нас приглашают в город Магнитогорск, Курск, Челябинск. Мы вот здесь выступали по зиме. Вот. Традиционный фестиваль, да, Бажовский фестиваль. Да. Были, да? Да, мы трижды были на Всероссийском фестивале казачества Оренбургского нашего войска, Форпост России. Трижды были. Вот. И
конечно. Так что история наша богатая. Выступать приходится. Да, приходится, да. Я думаю, наш зритель все-таки с удовольствием сегодня вас слушает. И, для многих, наблюдает. Конечно, это вот открытие, такого, это открытие. Такого коллектива. Я думаю, что, конечно, вы теперь будете узнаваемы. Я думаю, что там, где в афише будет ваше название, обязательно люди придут, обязательно постараются увидеть вас и слышать. Спасибо большое, что приняли приглашение. Споем? Споем. Еще чей-то садок и зеленёшенек стоит, зеленёшенек стоит, да зеленеется, да зеленёшенек стоит, да зеленеется. Как в садике капусты кобелы мы да бела, да, как в садике капусты кобелы мы да бела, все белым мы да бела, да не заломанная, да, все белым мы да бела, да не заломанная. Взял бы, заломал и за три ночки подросла бы. Взял бы, заломал и за три ночки подросла. Твои мягонькие листочки под себя бы подослала. Твои мягонькие листочки под себя бы подосла. На что мягко слать и когда не с кем спать. На что мягко слать и когда не с кем спать. И на что бело умываться, когда не с кем целоваться. На что бело умываться, когда не с кем целоваться. На что хорошо ходить и когда некого любить. Вот на такой вот мажорной ноте мы хотим с вами попрощаться. Время передачи нашей подходит к концу. Пишите нам письма. Адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Зерна в колоске, в парусах попутно.